блядь! У меня ж патронов нет! Сидеть! Беги! Валим отсюда! Помнишь, какие они были? Когда какие сейчас? Вообще охренеть! Валим! Ах ты ё! Ох ты ё! Ну все, кажется, у нас большие проблемы. Кто у него ствол, интересно? Ключи сзади! Все. Полиция, полиция! Бежим! Слышь, видеоблогер, тебе обязательно это? Ролики, а то их можно пропустить. Давай, вали, блядь, отсюда! Зачем они в город едут? Надо из города. И оттуда их так много. Чего они так раз взялись-то? Что-то завелись какие-то. Озвучка-то не русская. Да, Леон, блин. Ёпти, у тебя проблемы. У нас всех тут проблемы. Да нет, не живу тут. К брату приехала. Да, ну хорошо. Что мы встретились? Не знать, что ожидать. А что тут вообще? Вот, едем в город, может там повезет. Кажется, городу стало что-то плохо. Там какая-то прям, я не знаю. Почемучка знатная. Ага. Мы въезжаем в Ракон-Сити. Ракон. Ну, Ракон. Ракон. Даже метро пока работает. Хотя зомби везде. Ух ты, ё. О, мы сейчас в полицейском участке окажемся. Как во второй части на этаже первой? Почти. Надо еще будет до него добежать. Как тогда. Ну, в каком-то моменте. Я помню. 28-м. А вот добежать будет тоже опасно. Я тебе сразу говорю, там... Представляешь, сколько лет уже прошло? 98-й? Лет 20. Да. 2019 сейчас. А он что-то там 98. Все, мы приехали, кажется. Дальше. Внимание граждан, в связи с городской эпидемией. Вы все пидоры. Нет. Призываем вас укрыться в полицейском участке Ракон-Сити. Раку, видишь, написано. А я думаю, раком. Не раком. Нам, кажется, будет призываем все лекарства. Боже, как во сне. Уже у тебя уже недалеко, они точно в курсе. Да, но что если мы последние, и выживших больше нет? Есть выжившие, есть большой город, должны быть. Ну что ты, блин, ну какие выжившие, ты что, долбанутый? Надо было пользоваться ему моментом, пока они в машине. Да ладно тебе, не гради. Она ему не даст, нет. Зачем ему давать? Ему бы отсюда выбраться, а он зачем приехал? Пока есть момент, пока он еще жив. А что там сзади? Ой, а там зомби. А что мы остановились? Там же зомби. Там просто насилуют людей. Да ладно, там их жрут. Лучше бегом. Согласен? А, блядь, что ли такие быстрые-то? Они к машине приперлись. Да, блядь, что делать-то? Они уже взялись. Блин, да. И машина сзади! Да. Ой, блядь, он так мало. А кадры были как это, настоящие, кстати. Ага. Это Зеленки уедет. Ага. Дальнобойщик. На выход! Какой выход? Тут дверь заблокирована. Блядь, я не хочу умирать! Давай, блядь, вылазь! А, мне что-то похужело. Ох ты, ё! Как будто в России, блядь, показались. Ой, нам повезло, мы живые. Блядь, сейчас все рванет. Выскакивай, сучара. Ай, блядь, Россия долбанная. Ай, машина взорвалась. Теперь из зарплаты вычтут. Ой, Женьки, мама. Ой. А теперь этот завоз. Да мне за 10 лет не расплатиться, сука. А это только первый день. Клэр, ты живая? А я же был уже в Слим Хилле. Клэр.
Да, я живая, я все в порядке, я успела выпрыгнуть. А где же Олеса? Олеса не в этом городе живет. Да. Блять, меня уже окружают, я бегу отсюда. Мы, кажись, перепутали город. Это, да. Это не Silent Hill. До свидания. До свидания, пожалуйста. Не трогай меня, собака. А чего у вас так много-то? Ё-моё, они тут везде. Куда идти? Я догадываюсь. Может, полицейский участок? Да. Ну, полицейский участок, я знаю, что полицейский участок. Боже, может, туда пойти? А там огонь. Нет, нет, я лучше пошел. До свидания. До свидания. Блядь, не трогай. Шакин фан. Эй, блядь, не поднимайся. Идите все нахер. Валим. Кстати, заметь, меня еще ни разу не покусали. А там, помнишь, когда мы первый раз играли? Полицейский участок? Это полный вес. Так, а тут еще целая кучка. Извините. Лучше сразу свались. Куда? Куда тут свалишь? Что ты видал, они везде. Не трожь меня, сука. Блин, как тут пройти? Ой, кто-то уже вышел. Эй, 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 йоу, 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 до свидания. До свидания, блядь, до свидания. Все, полицейский участок закрыт для всяких уродов. Не трогайте меня, блин. Пошли нахер. Помощь им нужна. А кому она сейчас не нужна? Ну, я пойду посмотрю. Ой, дверь забили. Козлы. Ну, разбить нельзя. Да как я тебя разобью? Кулаком, что ли? С ноги. Ага, конечно. И мусором сколько. Пошли нахер. О, уже ачивку получил. Давай пожаловать в город. Тут тоже закрыто. Ладно. Значит, нужно на полицейский участок. Ну что, может, пальнуть? А, пошли вы нахер. Буду я на все пыль. Да я не мог бы, что, цель-то нет. Ё-моё, я ж поставил, чтобы было. Вот и полицейский участок. Ух ты. Здравствуйте. А, что-то меня не ждали. Алло. Патроны. Давай. Дробовик дадут? Да, дадут, но потом. Так. Так, все нормально. А это как терминатор. Так, ключ мы уже использовали. Все, пошли. Может, тут дверь какая-нибудь? Ага, тут написано пике. Может, что еще есть? Алло. Честно, я смогу того мужика спасти. Надеюсь. А его можно спасти даже? Ну тут мужик будет, надо будет его спасти. Ну-ка. А его вообще кто-то спасал? Подожди, раз? Там что-то... Лев какой-то. А, да, лев. По-моему, рак какой-то. А, птица. Значит, неправильно. А ты не помнишь? Как бы я помню. Думаешь, они изменили? Лев, баран. Стрелец. По-моему, там был орел. Лев, орел и что-то там еще. Стрелец. Какой-то стрелец, нахуй, стрелец. Ладно, в жопу его. Ты не хочешь? Да я не помню. Там дадут этот, как его... Как это называется там? Помнишь? Нет. Патроны, дробаш. Жизнь. Там дадут записную книжку одного мента, и по нему можно будет узнать. А, понятно. Так, побежали дальше. Так, так. Блин, тут целика-то нет, почему нет-то? Может, баран? Ну, по-моему, там был... Или баран, лев. Да попробуй еще. Подожди, птица какая-то. Она птица. Тут и нет льва. Ладно. Давай попробуем все-таки. Да потом. Не могу. Дадут эту. Сейчас мы сходим к нему. И он нам сейчас все скажет. Даст эту фигню. Ну, короче, понял я. А, понял. Ух ты! О, тут уже открыто! Ё-моё! Как здорово! А я не знал. Сейф? Не понял.
Сейфом мы потом займемся. Подожди, не от меня, а от меня. Я уж, блядь, думал, что пиздец, кто-то там выходит. А тут тоже закрыто. Ладно. Хоть дверь открыта. Уже хорошо. Так. Полицейский участок. Ты фоткаешь? Нет. Сейчас дадут эту хрень, и мы... Я уже взламывал ее, просто не могу вспомнить как. Так. Патроны взяли. Что тут еще есть? Алло? Алло? Я не хочу умирать. Ключ использую. Сейчас узнаешь, за кем мы сейчас пойдем. Так. Ведемка, что-то. О, нормально все. Кто-то должен быть хотя бы. Ну. О, кто-то уже бежит. Помогите, блядь, за мной зомби идет. Плохое дело. Дэвид Морган, слышите меня, блядь, ну давайте, ну я хочу выбраться, ну вытаскивайте ж меня нахрен, а? Блядь, он же на меня лезет, ну ё-моё, на! Ну вытаскивай, блядь, ну вытаскивай! Блядь, да ща вытащим, где он там? А, Breaking Room, ну всё, я уже иду, иду, да, помочь. Я ж полицейский, там ещё полицейского, всё, я бегу, всё, я уже бегу, короче, всё. Бегу и все. Подожди, а если бы я, интересно, не посмотрел бы эту хрень, то, может быть, я бы его так спас, а? Ну ладно, уже поздно. Жалко. Ладно, я потом попробую так, чтобы это того. Полезли. А то, представляешь, если бы я не посмотрел, может быть, тогда я бы быстренько прибежал бы, его спас. Ну да. Полезли! Ну, что там есть? Так. Темно, как в сортире. Так, посмотрим. Очень. Ну давай, что там? Я увидел Олесу. Да нет там Олесы, что ты так Олесу-то хочешь? Это переиздание Resident Evil, а не переиздание Silent Hill. А может они тут напутали с дуром? Ага, конечно, а, мечтали. Подожди, а где Те патроны? Вы что, ёбнутые, что ли? Те патроны? Я же долго брал. Один с патрон, вот уроды. Все подбирали, а? Откройте дверь. О, этих уже... Потеряли мы. Может, позвонить кому можно? Там помощь друга, помощь зала. Нет, не помощь друга, не помощь зала. Вообще ничего. Ну ё-моё, ну дверь-то откройте. Оп. Так. Тут порнуху снимал. Кому-то плохо. Мужик, ты полежи, отдохни там, не нервничай. Все будет хорошо. Наверное. Я не уверен, конечно. Но я надеюсь. Открываем дверь. Так. О. Ящик. Открывай, блядь, ящик. Ну как ты, чё? Подмо... Чё он ничего не показывает? Ты? Ну ты сука, блядь. Я не могу понять, чё... Настройки, ну... Красный, красный. Интерфейс. Включить. А вот, ну наконец-то, блять, я не могу понять, что за хуйня, я не могу понять, что тут делать надо. Давай, ну! Фу, наконец-то. Вообще, блин, беспредел какой-то. Ну-ка, что тут в женском туалете? Так. Женские трусы, фу. Да нигде тут женских трусов. Давай, открывай. О! Осталось чуть-чуть. Так. Я могу тебе свой дать. Ах, вы бабы тупорылые, блядь. Опять прокладки кинули. Нет, мне нужен телефон садится. Но я не хочу, я так просто. Я тебе свой дам. Да не надо. Жалко. Ладно. Ты хочешь поснимать еще? Нет, я могу тебе дать свой поснимать. Так, дверь. Дверь открывай! А, блядь, ты не открываешь. Ну, я знаю, эти падлы по-любому поднимутся. Ну-ка, вам сидеть надо, вот, сидеть. Да иду я, блядь, что ты орёшь? Ты-то сейчас умрёшь, а я-то нет. Да я открываю, открываю, блядь. Она заела. Тащи его нахер.
Ну, тащи ты. Зачем ты переворачиваешься? Тащи его, сука. Ё-моё. Леон тупорылый, блядь, я тебе сказал, тащи его, а не... Ну все, ему в пизда. Его, кстати, нереально спасить, если тебе интересно. Да я не знаю, если бы, мне кажется, если мы, может быть, не это, как его, не посмотрели бы камеру, может быть, можно было бы его спасти. Было бы, наверное, заебись, если бы его спасти. Вот он лизунный за ним, это было. А я думал, батя. Батя еще рано, батя потом будет. Вот он. Лев, конь, баба. А, вот, лев, ветка. Ну ладно, я понял, в принципе. Ну и мои проблемы. В конце будет мои, на поезде, мои... да, еще? Да. Да это пиздец, когда мы приходили. Как он, блин, сука. А вот он. Ну полежит, ё-моё. Сейчас он полежит. У него что-то сейчас подниматься начнут, если ты не знаешь, а я знаю. Пошли нахер! Ё-моё! Если сейчас я их не уложу. Да ё-моё! Вот, сука! Смотри! Сука! Вот, блядь, ты... Да ляж ты! Куда идти-то? Сынки! Сука, вот они откуда попёрли-то! Ё-моё! Сынки, вот эти сынки, блядь. Все эти сынки, если не убежать. Они меня так отсынечат. Блядь, я тут тоже зажало. Пока мне... Ну я ж вылез, ё-моё. Помогите, блядь. Ну-ка, вытащи меня. Негр оказался поумнее, блядь. На, сука. Я сказал сидеть, блин. Ну что, негр, что скажешь? Ты в безопасности хотя бы на время. Это уже 50 спасибо. Марвин Бреннинг. Леон Кеннеди. Спасибо. Там еще был один офицер. Но я не смог его спасти. Это был 50 Cent. Хуёвый ты офицер! Раз ты не смог его спасти! Поднимайся! Хуёвый офицер! Одевайся! Ты знаешь, я тут, кстати, костюм у кого-то снял. Это же Филипп Киркоров. Да, конечно. Захарному наручники интересно.